журналистика как способ реабилитации. Инвалиды Петроградского создали свой интернет-канал. Добрый шестой! Что тебе подарили на Новый год? Пистолетики. В то время как одни учатся снимать, другие практикуют работу в кадре. Вдобавок есть занятия по монтажу, технике речи и написанию текстов. Новый канал существует на базе районного центра реабилитации. Его руководители – местные педагоги, для которых ТВ – хобби, а в роли журналистов выступают клиенты учреждения. Для них это способ творчески раскрыться, но главное – усовершенствовать свои коммуникативные навыки. Когда мы с ними выезжаем на какие-то мероприятия, где мы либо просто снимаем репортаж, либо также берем интервью, то это помогает им убрать те барьеры в общении, которые есть. Интернет-канал еще не функционирует, как традиционные СМИ. У него есть название «Медиа-И», но нет даже конкретных программ и, естественно, никакой периодичности их выхода. Активисты делают социальные ролики, поздравления, освещают городские и районные события. Правда, когда придется. Многое зависит от наличия техники, ведь пока работают на своей, у кого что есть. Это возможность показать себя, в чем-то выразить свою индивидуальность, что-то принести в мир, как-то, может быть, сделать его лучше, потому что все-таки наши видео, они в неком смысле объединяют людей. В планах авторов канала создать постоянную сетку вещания, вести блоги о жизни инвалидов, выпускать новости, кулинарное шоу и краеведческие зарисовки. И в будущем, возможно, что опыт Петроградского позаимствуют коллеги из других районов. Тем более первые результаты работы канала уже видны. Одна из воспитанниц телестудии выиграла городской конкурс социальных роликов.